Протекты, конечно, выглядит внушительно. Двенадцать патронов в барабане. Но, блин, заряжается, сука, долго вот. Смотрите. Там заводилку какую-то покрутил, завел. Поэтому думаю, это не очень удобный дробовичок. Так, а что у него там с убойной силой? Да уж, у дробовика князя намного более высокая убойная сила. Пожалуй, не буду я ходить с этой протектой, положу себе в схрон и возьму оттуда спас 12. Хоть и там и на 4 патрона меньше заряжается, но перезарядка намного быстрее проходит. Эх, чё, опять башлять, да? Как вы меня задолбали, кровопитие, а? Надо забашлять. Да ты подходи, перетрём, порешаем. Ща. Слышь, мужик, если ладно. Хочешь, надо забашлять. Отдам ствол князю. Может, даст мне пропуск какой-нибудь, чтобы вам больше не платить. Здорово, фраер, поворачивайся давай, блин. Лопни мои глазоньки, и кто это к нам пожаловал? Ну что, князь, нашел я твой именной дробовичок. А деньги? Деньги принес? Да, и деньги с собой. Чисто сработал, вот это в жилу, мля, подмазал ты меня, брателло. Ну все, я ребятам своим скажу, чтобы этих двоих уродов освободили. 10 штук еще взял, блин, ну ладно. Слышь, а его можно выкупить? А продай-ка мне его, нахрен он тебе нужен, а? Вот и я о том же. Давай, приятно с тобой иметь дело. Так за него переживал и всего за 8 там с чем-то штук мне отдал его. Ну, приколист. Э, стоямба! Куда направился? Ну шо, ты доволен? Нашел я ствол князя. Вот спасибо, вот выручил. А ребят, отпустят? Да, князь уже распорядился. Ну я... Вот, записывай рецепт. Спасибо тебе еще раз. Рецептик дал? Ну, хорошо. Хохму какую-то решил мне Сахата рассказать. Слышь, сталкер, мне тут на медне хохму рассказали. Вот слушай, идут разборки между долговцами и сталкерами из свободы. Значит, встает командир свободы и кричит: «Вперед! За свободу!» Ну, все срываются в атаку, понимаешь? Сталкеры долго с той стороны фронта. Ну, все, блин, жопа, текать надо. А старый опытный долговец говорит: «Да погодите вытекать!» Достает пулемет, тра-та-та-та-та, свободовцы легли. Проходит минут 5, свободовец опять встает: «За зону! Ура!» Ну, все опять в атаку. Долг:
Ну теперь точно с жопы отекать надо, старый долговец. Да погодите вы, берет автомат и опять тра-та-та-та-та. Ну, свободовцы опять легли. Проходит еще время, встает опять командир свободы. За наших, за свободу в зоне, вперед! И опять все ринулись в атаку. Молодежь долго снова в панику. Старый долговец опять за свое. Свободе пришлось еще раз лечь. Через 5 минут встает командир свободы. Морда в дерьме, весь в дерьме. И как заревет. Мля, да я не понял. Старый долговец отбрасывая окурок в сторону. Вот теперь пора текать. Ха-ха-ха. Да. Бородатый анекдот, вообще-то. Ну да ладно, в новой трактовке можно разочек послушать. Чё-то я жрать захотел, вот. Как говорится, делу время. А жратве всегда время. Консервы перекусим. Стоп. Я хотел протекту нахрен сбросить. Разрядить. И сюда ее. А сколько здесь в магазине, а? Внимание! А ну-ка. Обладателям денежных средств и здорового азарта предлагается сделать ставку. О, он к тому же в первый слот берется. 10 в магазине, круто. Так, а убойная сила по сравнению со спасом? Побольше, но точность поменьше. И скорострельность поменьше, блин. Скорострельность уж больно мелкая, блин. Но надежность тоже какая высокая. Дробовику точность не особо-то и нужна. Вот скорострельность. Ну, попробуем. А, он помповый, сука. А это полуавтомат. Вот так-то. Ну что ж. Прям даже не знаю. Оставлю я дробовик князя в тайнике. Возьму пока спас. Блин, и он тоже в ремонте нуждается, в нехилом причем. Абаканчик штурмовой скинем. Хватит мне по 3 гранаты с собой таскать, блин. Набрал, не знаю сам зачем, в прошлый раз, когда сюда приходил в свой тайник. О, экзо уже вообще в ноль. Да ну и хрен бы с ней, блин. Без рук спускаюсь. Ну-ка, пойдем проверим, отпустили там одиночек-то. Кажется, да. Точно. Вот здесь они были. Отличненько.
А ну-ка, нахрен. Разойдись, нахрен. Ладно, через крышу залезем. Артефактик здесь есть. И чё, и всё? Ничего интересного здесь нету, да? Ну, тогда так. Обладателем денежных средств и здоровья. Точно больше ничего нет. Ладно, я пошел. И выиграть. Или как повезет. Честная игра для настоящих сталкеров. Ну что ж, уже глубокая ночь. Отдохнуть бы не помешало. Что там с заданиями у меня? Значит, решил контролер конкретно слепого пса намострячить на задних лапах топать. А зомба рядом сидит и, короче, прикалывается. Типа, ты завязывай, все равно хрен у тебя что выйдет. А контролер ему закрой хлебало. Что там? Князь еще чего-то от меня ждет. Почему-то меточка на него стоит. Нет. Ну ладно. Пойдем немножко расслабимся в баре. А то чё-то я уже запарился. Да не мешай ты слушать песню, блин. Захотелось ему, блин, за жизнь, видите ли, поболтать.
Чё это там за замес начался? Чё? Без меня? Развлекаемся? Наемники? Какого хера? Как они сюда попали? Кажись, вот таких стволов у меня нет в нычке. Пойдем положим. Ха! Братва пошла хабар собирать. Такие типа, мы не при делах, просто мимо вообще проходили. О, а тут жмуры лежат. Обломитесь, братки. О, тут и ваших положили, я смотрю. Баряна ядреного и Степку Бубена. Или Бубнафики, его знает, как правильно называть-то. Бубен он и есть. Это тоже мертвый? Ё-моё, я думал, присел отдохнуть чучело. Какой поцели? Вот этот. Закинули. Теперь и такой ствол есть. СИП-220. Ты смотри, нету. Хо, ну теперь тоже будет. Ну вот как-то так. Излишки сейчас пойдем продадим. И отремонтируем у бармена свои стволы. Как здесь тихо и спокойно. Оба этих ствола не отремонтировать ремкомплектом. Слишком большой износ. Хоть бы косорылых каких пошмалять, а то скукотища. Нужен ствол, смотри, какой классный. Сразу вижу настоящего ценителя. Купил, не торгуясь. Ну чё, чё по поводу ремонта? Достало мне в натуре уже всё. Понты ещё эти фраерские. Мы типа сталкеры, мы крутые. Нифига, 5,5 штук за ремонт. Ну ладно. Стрелок, такое дело, ко мне тут человек должен был прийти с важной информацией. Ну и? А что и? Нету его, уже второй день, как должен был объявиться. Ну хоть что-нибудь известно? Да толком ничего, единственная зацепка так это то, что последнее сообщение от него из темной долины пришло. Наверное, его долговцы повязали. Или беспредельщики-мародеры, которые там частенько ошиваются. Вот что, сходи к Воронину, он вроде там со своей ментовской братвой долину контролирует. Может, чего прояснить удастся. Только, разумеется, не надо говорить, по чьей просьбе ты пришел. Сам понимаешь, у нас с долгом некоторые идейные расхождения имеются. Ладно, постараюсь аккуратно все разузнать.
косорылых каких пошмалятов, то скукотища. На свое рыло посмотри. Оно лучше всего подходит для того, чтобы в него пошмалять. Ну да ладно, пока вы мне нужны, я не буду вас трогать. Но как только заподозрю, что я прекрасно могу и без вас, вам всем кобздец. Вали ты, терщик хренов. Ну ладно, пойдем, значит, на кордон через темную долину. О, греночка тут была. Я даже и не заглядывал ни разу. А на кордоне у нас бармен сидит. А у меня к нему как раз есть дело важное. Да не скулите, твари, не буду я вас трогать. Один хрен бьешь вас, бьешь. А вас сколько было, столько и остается. Блин, выросла прямо у входа в переход. Упс. Неужто старые знакомые вернулись? Да, враги. Да, бандиты. Ах ты ж гад! Где мой ствол? Упс. Нихера себе, гранату кинул. Все? Сдулись, ребята. На того напали. Чуть у тебя 2 ПМа, нахрен они тебе нужны вообще. Берем только самое ценное. То, что покупают.
Упс. Уже перегружен, молясь. Да забирай ты нахер свой бандитский плащ. Ну чё ж, пойдем через ТД. Заодно попытаемся решить проблему Борова. И сразу же бежим к Воронину. По-любому он должен располагать какой-то информацией. Когда эта промозглая погодка закончится? Льет без перерыва уже неделю. Одежда просохнуть не успевает. Маячок всего по 500 рублей. Я у какого-то барыги видел по 5000. Надо бы прикупить. Полезная штука. Если она лежит в твоем тайнике, то показывает все его содержимое на миникарте. А другим его не видно. Здравствуй, сталкер! Здравия желаю, генерал! Привет, стрелок! Что привело тебя к нам? Меня один человек послал. Говорит, что у него курьер пропал. У вас, в темной долине. Про курьера ничего не знаю. Да и не всю долину мы контролируем. На фабрике вообще черти что творится. Хотя, тут недавно объявилась банда ублюдков. Как раз на территории заброшенной фабрики. Так вот. Я ребят своих туда посылал проверить, и ни слуху, ни духу от них. Сходи, посмотри, может и выяснишь что. Эх, чувак. Забежал по дороге разузнать про курьера и опять озадачили, а? Не, ну пора было научиться уже самим свои проблемы-то решать. Ну не маленький, ё-моё. У меня и без вас дел хватает, брата еще надо найти. Ща по дороге забегу в вагончик с тайником, где я до этого прятал хабар. И немного сброшу там массу. А то подозреваю, сейчас на этой хреновой фабрике опять будет замес. И куча хабара. О! Пропал. Часовой пропал. Зона прибрала. Ну вот как-то так.